Работай, работай. Жестче, еще жестче. Длиннее удар. Длиннее. Стоп. Смена. Физкульт, привет. Физкульт, ура. Ну что, поработаем? А ты кто? Я Конек. А по-человечески? А, Коньков. Ну что, давай? Ну давай, Конек. Сейчас будешь Горбунок. Время! Начали! Стой! Что это был-то, Кирыч, а? Да это не иначе, как кандидат мастера, замаскированный. Это еще самый малый конек. Какой? А такой. Он целую неделю дурака валял. Работал под новичка. А ты его раскусил. Да это я почувствовал. Привет. Чего, друг, чего? Ничего, друг. Еще разок с тобой, давай. Разок? Ага. С девушкой разок, ты толком. Ну, поработаем. Мало тебе? Мало. Мало. Ну, давай, за нами не заржавеет. Все. Я тебя размаскирую. Когда хочешь. А, приходить? А давай завтра. Давай, приходи, я тебя жду. Завтра не могу, мы люди рабочие. Смена у меня. Понял. Ну, а пораньше? Часов 6 утра как? Ну, давай. В самый раз. Давай. Зачем тебе это надо? Наук твой постигай. Мало тебе. Мало. Завтра давай еще. Ну, давай. Ты мне бей, на перец вообще убью. Принеси! Перестань кричать, Конек! Сейчас на перец опять кричать будешь, Конек! Сейчас, пожалуйста, не кричи, Конек, пожалуйста. Серёжка, уйдите отсюда! Конек, тихо, не кричи, Конек! Пиво! Как я тебя люблю! Эх, если... Прекратите безобразие!
разе. Лара! Только любимые могут быть такие необыкновенные глаза. Давай, давай, потихонечку. Иду плетик в догонку. Ну, хук пробуй, хук. Ногами работай, ногами. Ноги у тебя слабые, вот что. А это самое главное. Не руки, а ноги. Танцуй, танцуй, не останавливайся. Подготовочка у тебя, друг. Школа. Сразу видно. Откуда? Ниоткуда, школа жизни. Бей, бей, ну! А зачем тебе это надо? А? Форму поддерживать. А для чего? Форму поддерживать. Быть в боевой готовности, если что. Если что, друг, а? Мало ли, если Родина позовет, например. А Родина может? Ну все, получи увертывание. Да не я увертываюсь, ты сам мажешь, сам, ну. Давай, давай, давай. Быстрей, но не злись, главное. Не злись, сейчас попадешь. Обещаю. Долго мы будем. Еще разок давай. Бог троиц любит. Ну давай. Ладно. Терпи, вот терпи. Терпи, терпи. А, если ты притих как мышь, значит дальше побежишь. Будешь бегать, будешь прыгать. Сейчас. Да не вертись ты. Будешь бегать со своими стихами. Хочешь крикнуть, не боись. Ты мне дай сюда. Сейчас. Девушка обещал познакомить с Ларой своей. И не вспомнишь, забыл? Как бежал. Малодушно хвост поджал. Пусть пришла бы, мы с ней тесто поставили. Как хорошо. Будешь голову ломать. Почему? Будешь голову ломать. Мам. Мам, мам. Будешь голову ломать. Почему ты трус? Опять? Ой, а ты знаешь, как меня отец проверял? Вот на пирожках и проверял. Гожусь я ему или нет. Все, все, все. Друг, видно, действительно, Бог троицу любит. Молодец, что выдержал. Я не ожидал. В общежитии где? Ну, а где? Понятно. В порту работа? Монтажником на верхотуре. Путевка комсомольская? Нет, другая. А? Какая? В жизнь путевка. Что, сам себе выписал, что ли? Точно. Садись. Прокатимся. Ну, а чего, ты... Посмотришь, чего и как, а я с ветерком. А? Ну, садись. Ну, садись давай, с ветерком. Давай. Ага. А то зря, что ли, меня коньком называют. Поехали. Друг, слышь, я вот тут подумал, давай ко мне. Че там в общежитии-то, пьянка с гулянкой, с ума сойти. А я живу вдвоем с мамой. Места хватит, и как? Только тебя ненадолго зову. А то, знаешь, я, может, женюсь скоро. А у Ларки моей, сынок Валерка, понимаешь, да? А пока живи, чего? Вещички твои прямо сейчас и перевезем. А? Решено? Тарира, тарира, тарира. Ты что, друг, а? Приехали. Друг, ты куда? Друг, подожди! Давай, на первенство увидите. Мы с вами где-то встречались? Да нет, нет, Дима! Работать. Ну, было!
Милая, милая! Чего? Чаю. Подождешь. Слушай, может, пойдем куда-нибудь отсюда? На свежий воздух. А то что-то душновато. Ты что-то сказал? Нет. Ну что, выйдем? Тебя сколько ждать, курица? Сколько надо, столько и будешь меня ждать. Понял? Что это такое, а? Пошел ты. Когда похудеешь? Твое дело. А я это, я чемоданчик сторожил. Это что, это чай, что ли? Это... Милая! Ну что это? Ну, заварки не надо жалеть. Что это, чай? Чего тебе или надо? Не чай? Это... Чего тебе нужно? Это не предание будет сказано, это анализ. Ты мне повекай тут еще, умник. Как у нее все играет, а? Молодец, что не пошел со мной. Это правильно, значит, голова у тебя на плечах. Мы бы их вдвоем вообще бы убили. Слышь, конек, ну, в следующий раз ты пойдешь, если что. А я вон чемоданчик постерегу. Ну-ка, подержи. Моя очередь. Витя, иди отсюда. Я сейчас... Витя, ты что, это живой? Ёшкин кот, держи его. Витя, держи. Не надо тебе. Ты для промывания мозгов, да? А этот где? Леша, документы надо было. Где дружок твой? Ну вот, а он в спарринге со мной, да? Кто? Левша. И раз вдруг, смотрю, нет его, и все. Ну как так? Так это, он уплыл. Куда? Не знаю. А кто уплыл? Кто? Кто? Да я имени его не знаю. Он. Нет.
Ну, плыл левша, что? Ну все, ну и все, ну и все. Тебе что, мало, что ли? Лара! Конек. Ларка! Лара! Лара! Слышь, сядем, Ларка. Ты что, нельзя же за столик? Ларка, не положено. Надо. Осторожно. Да подожди ты, мне посоветоваться надо, понимаешь ты или нет? Как с женой. Советуйся так. Нельзя же за столик, не положено. Советуйся. Он уплыл? Да. Уплыл, он не вернулся? Да, не вернулся. Значит, утонул? Нет, вот я не знаю. Конек, он вообще был? Да. Я знаю, что подумала? Да. По-моему, он хотел от тебя избавиться. Ты очень наивный, Конек. Да? А от чего? Да надоел ты ему, вот чего. Ларка, не называй меня больше Коньком. Такая просьба. Никогда. Пожалуйста. Не буду. Я вновь и вновь зову, вернись. Одно твое лишь слово вернет нам снова любовь и жизнь. А сегодня увидим, как спутник полетит. Увидим, как спутник полетит. А? Смотри, вон он. Кто? Он. Где? Спутник летит, видишь? Где? Вон он. Где? Конек, я Конек. 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 Коньком зови, поняла? Я один видел, никому не скажу. Бежим скорее. Твою мать. For political snipe. Нахрен ты им сдался? Политическое убежище. Не бей, не мини кукареку. Что без стука? А ты чего? В воду. Ледяную вдруг. Закаляюсь в морях северных. Закаляйся, как сталь, понял? Если Родина призовет. Именно, еще вопросы. А я знаю, что подумал. Ух ты. Прям на Ларку похоже. Я вообще бог знает, что подумал. А это что? Это где же мы тут? Черным обведено. А, вот это, да? А это что за линия такая красная? Граница. А это что такое? Транзистор. Можно? Something seems to be opening up.
that Soviet people are still slaves and live under total social control. So things seem to be opening up Soviet people. Being slaves still live under total social control. А я его говорить не могу. Human rights are constantly violated. Вот шпарит, а? Друг, тебе нужно не боксом. Нужно языки учить заниматься. Может, ты этот, как его, ну, который языков много знает. Полиглот. Это что же он такое глотает? Глотает. Языки глотает. Хоть 10 за раз. Слушай, что за книжечка такая? Разговорник. А можно я с собой возьму? Я с возвратом. Ну, возьми такие. Способности пропадают. Но, друг, уговор. Ты мне ласты достань. Ласты в порту. Ребят спроси, где хочешь, но чтобы ласты у меня были. Понял. Как ласты, ты сказал? Ну, ласты — это когда ноги, как у лягушки. Чтобы можно было плавать быстро-быстро и далеко. Очень далеко. Эй, на место положи, у меня одна такая. Yes, this country will always be a threat to the world community. And this is in spite of yes, all the revolution. This country will always be a threat to the world community. А сейчас он такой сказал? Ну, я-то откуда знаю? Как Ларка поет. Только на английском. Must have been moon that led me straight to you. I still hear you say, Герыч! Северных моряк закаляется, языки зубрит. У него радио с антенной, транзистор. И голоса иностранные. Герыч, весь мир. Весь мир. Шар земной в общежитии. Слушай, ой, у него карта географическая. Ух ты. И кругом это прям красными карандашами. Где красным? Ну, где мы живем? Ну, где? Ну, на границе. Почти на самой границе. Слушай, вручай. Ласты велел достать. Ласты, ну, ноги, как у лягушки. Угу. Ты поможешь, нет? Кирыч! А чего это? Ты меня ничего не спрашивай, я тебе все рассказываю. Я прям глаза и уши твои, Кирыч. Да? Ты же сам меня велел к нему приставить. Новичку-то. И не жалею. Бери пример. Языки учи. Плавай. Главное, не ступай ему ни в чем. Куда он, туда и ты. Он воду, и ты воду. Закаляйся. Все же ты лучше, чем кувыркаться-то с барышней-то на берегу, а? У нее все-таки дома ребенок. Не прав я, что ли, а? Прав. И что ж, привет? Давай, ловлю. Эй, Кирыч! Кирыч! Никак усы заводишь? Есть возражения? Нет, почему нет? Посмотрим. Уберем, если что. Если что? Если вашим величеством не понравится. Если еще вырастут. А откуда этот вот, если что? Слушай, а может, он голов никакой, а? Чего? Кто? Сам знаешь, кто отсидел срок, а теперь… Ну, скажи, скажи, мистер, скажи. Точно. Угу. Ну, чего он к тебе прилип-то так? Слушай, это я к нему прилип. Понятно тебе? Вот так. Тебе только так кажется, что ты к нему прилип. Тебе только кажется, да. Может, он… Слушай, может, он этот, ну, когда вот мужчина к мужчине приставит, как это называют-то? А, ну, эти, как… Пидорасы, что ли? Так, все, я тебя сейчас стукну, Ларка. Давай, давай, ну, давай, давай, может, даже прием, давай. А ну, быстро!
Ну, быстро, что ты меня сейчас... По сзади с этой трупой кипи. Борщ и две котлеты. А? Сейчас. Эй, ну-ка быстро на место. Положили быстро, сейчас по рукам. Вторую. Вот так. Конек, да. Дай котлету, пожалуйста. Дай котлетку, а? Пожалуйста, ну, пожалуйста. Ну, конек, ну, дай, пожалуйста, котлетку. Ну, пожалуйста, нет. Дай котлетку. Так жадный. Вот там сам весь день у плиты, а? И главный стоит. И голодный. Знаешь, какой? Да не бойся. А сковородка рядом? Рядом сковородка. Ну, что? Эй, положи. Ну, почему? Вот потому что рядом. Рядом, поэтому нельзя. Кипит! Very nice. The weather is very nice today. I love my job. Джоб – это работа, мама. Да ну, Лара, слушай, оставайся-ка ты у нас совсем навсегда. Оставайся и все. И сынка своего давай сюда, к нам. А я, как подгадал, на пенсию вышла. Во как... Ну, правда же, Витя, а? Какая... Какая мама у тебя хорошая. И ты, Ларка, хорошая. Да и я неплохой. Только не выйдет ничего у нас с тобой, конюк. А? Ты еще не понял, кто я такой? Нет. Ты не понимаешь, что я засекреченный, что за мной нельзя? Что, совсем нельзя? Совсем. А я так думал, что у тебя задание.
Тренер Глоя тоже думал? Мы с ним не говорили. Ты что, мы с ним только о боксе. Смотри, никому. Понял, могила. Ласты где? Ласты? Ласты где, обещанные? Не прибыли еще? За мной, ласты! Ладно, поверим. Ага. Слушай, а что это за судно стоит? А это не судно! Это база! Там ларка моя! Иностранцев обслуживает, у нее допуск. Каких таких иностранцев? А это когда их моряки с нашими встречаются, они ларку привлекают, она у них на хорошем счету. Ларка! Ага. Официанточка твоя, которая с довеском. Нехорошо сказал. С ребенком. Шеймон ее. Слушай, а иностранцы на своем боте или за ними посылают? На своем? Ты что, марку держат? Скажи, а тебе теперь что, совсем подойти нельзя? Совсем. А. Сам подойду, если что. Понял. Давай. Ага. Эй! А? Тебя как звать-то? Герман. А, Германия. Да нет, будь она неладна. Точно. У меня там же отец на фронте погиб. У меня тоже. Тебя-то как? Виктор. Ну, давай, а то конек. Не будем делать. Чего? Ну, пускай свою жену орёт. Чего на меня-то орёт? Там товарищ один. Ага. Товарищ один очень раскапризничал. Капризничал. Главное дело, чаем не тот. Мы с ног разбились, ты представляешь? Ты видел, как он на меня зыркнул? Да я видела, нет, я сама ему говорю. Мужчина, ну, смотрите, нормальный чай. Ну, попробуй, конек. Главное дело, ты понимаешь, он грубит. Ну, попробуй, нормальный чай. Ну, чай, анализ. Пожалуйста. С лимончиком. Чаю вот зашел попить. На тебя посмотреть. Какое-то преисполнение. А вот такой. Ну и нормально. Ну а девушка где? Которая любимая. А тут? Так познакомь. Ну? Здравствуйте. Какая? Из двух? Какая? А? Пожалуйста. Ошибочка вышла. Застеснял? Ну, хорошо зашел. Чайку попить.
Полетели! Лар, страшно! Под городом горьким, где я? Римка, мы выше! Лара! Раз! А мы выше! Два! Эй! Выше! Давай! Еще! Ура! Что это значит? Вечерком. А? Ко мне в гости вечерком. А? Как? Вечерком. Всей компанией. Друг. Заметано. Жду. Какие гости? Чего? Как это еще? Почему? Потому. Потому что глаза у него, взгляд нехороший. И улыбочка эта. Я вообще не понять, что твой Герман на уме. Да Римка у него на уме. Вот что. А ты, чтоб ты эти уськи свои проклятые, чтоб сбил, чтоб завтра утром никаких уськов, понял? Или все, прощай. Чего? Ничего. Вот так, значит, вот да? Вот так. Вот так, да? Так. Вот как. Или понял? Если этот Герман твой чаевник придет ко мне в ресторан, я его вообще обслуживать не буду, понял? Лар, ты чего? Пускай только попробует прийти. Лар, ты чего, Лар? А? Чего? Ну, ты чего? Ларк. Чего? А, Ларк? Может, пойдем, а? Куда? Чего? В гости, а? Сестричкой, значит, вдвоем на банкетах-то на этих. Каких смотрел? Конфеты будешь? С иностранцами на плавбазе. Белочка. Пара неразлучная. Разлучная одна я там. За что ж такое предпочтение? А сынок у меня дома один. И что? Ничего. На якоре, а понятно? Понятно. Ну и как же одна управляешься? Грузчик у меня еще есть. Может, танцуем? Вечно пьяный. Откуда знаете? Ну, как грузчик. Да. В бот тащим мешки с продуктами, ящики. Вот сама. Сама и ворочаю. Ну, так трезво сядем, грузчик там. Кто это на свете такой есть? Вы? Вы, конечно. В грузчики иду. В грузчики. И что? Смотри. Видишь, вот линия идет красная, да? Это наша граница. На плавбазе как раз банкет. Рыбаки рыбаков спасли.
То ли наши норвежцы, то ли норвежцы. На стол сядут, уж не поймешь, кто кого. Марк, да, держи. Да не урони ты. Хорошо. Эй! Иду. Давай. Давай, держи крепко, а не бойся. Что трещит, а? Сейчас. Опа! Приплыли. Открывай, утопленник. Открывай. Ты че закрылся-то? Ноги как у лягушки. Не работает. Батарейки сели. А где ж таки берешь иностранные? Там же, где и транзистор. У моряков в порту. Контрабанда вообще-то. И не вообще-то. Но он же от сети работает. Угу. Шнур нужен другой. И наши розетки не подходят. Ну, я пойду. А, да. Я же ласты тебе принес. Держи, держи. Goodbye, my dear friends. Ты дашь мне сказать? Говори. Тогда на меня смотри. Не могу. Ну, выслушай, конек. Говори. Конек. Говори, хотя это верят. Я не знаю, что сказать. Все говори, я не знаю, что случилось, конек. Сейчас он меня на танцплощадке все извел. Как так? Ну, говори, говори. Как? Только к себе меня вдруг прижмет, когда не ждешь, а ждешь, он отталкивает. Он наоборот все делает, понимаешь, он. А потом еще сюда поцеловал. В шею? Да, вот сюда. Вот поцелуй. Поцелуй. Ну. Понимаешь? Нет. Ну а потом, вот это когда у вас? Потом, чего дальше? Вот это где у вас все произошло? Прямо на танцплощадке в первый раз. А потом в общежитии у него? Нет, это уже в третий, второй раз по дороге. Пока шли. Конек, ты не сердись, я знаю, ты поймешь. Я знаю, что ты... Я ни в чем не виновата. А кто же тогда? Я не... Не знаю. О чем ты плакала? Ты же плакала и вошел. Он тебя обижал? А? Нет. Обижал? Конек, он меня поцеловал туда. Куда? Ринка, иди отсюда!
какой-то иди. Все уж. Котлетки-то сгорели. Когда я хорошая была, ты был плохой. Пил, бедокурил там. Теперь ты хорошая, но уже я плохая. Конек. Родной конек. Родной ты мой. Конек. Вижу. Вижу. Ты такой сильный. Я знала. Ты чего? Это еще зачем? Не нравится? Кто тебя там вовсе научил? Дурак это, конечно, да? Чего? Дурак. Кто? Знаешь, кто. Не дурак он. Самый настоящий. Несчастный. Еще и несчастный. Ты не понимаешь? Нет. Римка, я умнее Германа людей не встречал. А может, он тебя еще чему такому научил? Нет. Ты смотри, у меня. Ну что ты?
Кто ж тогда умный, если Герман дурак? А? Ты? Что? Да, Виктор. Римка. Да, Виктор. Ты самый умный в городе, может, даже в области. Поэтому тебя и выбрала. Как же ты меня выбрала? Если я всегда был с твоей сестрой. А мы любили друг друга, любили. А я всегда знала, что так будет. Я ждала. Нужно каждому человеку уметь ждать своего часа. А мой час когда? Может, уже наступил? Может, он этот час есть? Нет. А когда? Терпи. Скоро? Еще немного, я тебе обязательно скажу. Ты знай, пока педаль крути. Ну что, мама? Вить, а помнишь, ты девушку пригласил, другую, первую? Ну, и что? У нее ребенок еще, Лару. Ну и что? Ну, Лару, ну и что? Ну так. А что это вдруг вспомнила? Не знаю. А, иди, иди. Иди, уже поздно. Знаешь, который час, иди. Кирыч! Кирыч! Чего ты улыбаешься-то? А? Чего? Радуюсь! А чего? Так на плавбазу-то не пустили? Кого? Кого? Дружка твоего! На Вересом-то! Как это так? А? Как? А так, а то. А он, может, уже уехал. Все! Что ему теперь здесь делать-то? Подожди, а кто не пустил? Вот. Кому надо, те не пустили. А то ищи его. Грузчиком заделал за твои ларки-то. А ну погоди. А ну погоди, Кирыч. Погоди. Какая плавбаза, какой грузчик? Какой из него грузчик, когда он... Он же высотник. Точно. Какой такой грузчик? Вот и не пустили, чтоб не было. Путаница-то. А, поэтому и уехал. А почему? Кирыч, прорвешься, ты выдумал? Уйду с дороги, закон таков, третий должен уйти. Не третий лишний, понял? Да, какой? И она с тобой, и Аларе. Я понял. Вот, слушай, все переменилось. У меня теперь другая женщина.
Быстро? Да. Не надо тебе никуда уезжать, понял? С тренером, значит, только о боксе? О чем еще с тренером? О левых крюках, да? Ну, о защите непробиваемой, которая пробивается. Ты чего? Так, какой защите? А ты какой? Я о боксе. Друг, слышь, оставайся. Оставайся. Ну, оставайся, все будет, как было, понимаешь? Ну, по-другому, но все равно будет так же. Как? Ну, как раньше, понимаешь? Ну, две сестры и два брата. Ну, как сказать, ну, крест-накрест, понимаешь? Ну, крест-накрест. Ну, крест-накрест, оставайся. Оставайся, ну, оставайся! Ну, оставайся! Ну, оставайся! Ну, оставайся, слышь. Ты же мне ласта. Ну, а я тебе приемник. Считай, покрепче, заварки не жалей. И с лимончиком. Это что такое? Это что, чай, что ли? Убери анализ это. Политика. А за политику пойдешь по уголовке. Ой! Ой, ты что так? Ой! Ой! Ребята! Да вы с ума, что ли? Ой! Да конек я! Ну, я же конек! Конек! Ну, говорил тебе, друг, всегда приду, если что. Если что? Если убивать будут, например. А? С
сперва убьют, потом статью пришьют, знаем. Как же это, а? Что? Откуда вдруг? Ты же уехал. Да. А? Ну, то есть нет, как видишь. Все, друг, прощай. Подожди! Подожди! Как же это? А ну, стой! Стой! Ты уговор помнишь? А, еще бы. Ну и что ж ты за мной? А? Не надо тебе за мной! Не надо! Стой! Что, друг? Что? Ну, говори, что? Не знаю. Послушай, друг, нет у меня никаких тайн, заданий, ты забудь. Никакой я не засекреченный. А какой? Никакой. Что, просто Герман? Да, да. Трудящийся? Спортсмен, боксер? Ну? А ты тоже уши развесил. Ага, так я тебе и поверил. Мы раскиданы по всей стране. Мы законспирированы. Конспирация, ты понимаешь? Я понимаю. Встреча. Кустаная. Есть такой город на свете. Там комиссия. Выберут самого достойного. И он полетит. Поэтому плавание, да? Догадался. Подготовка. Подготовка по индивидуальной программе. Можно вопрос? Ну? На чем полетит самый достойный? На ракете. На ракете. В этом году спутник запустили, потом животное, кошку там, собаку, а потом... Человека. А потом каждый год будем летать, как в автобусе ездить. И человек будет, но у меня будет, это будет! Тихо! Герман, ты знаешь, что это ты? Что? Это будешь ты, Герман. Думаешь? Уверен. Связь односторонняя. Чёрли. Это как понимать? Ну, это понимать, что я понимаю. Подожди, а если язык? Если английский? Ну, если человек знает английский. Это хорошо. Будут международные экипажи обязательно. А другой язык, если? Хорошо. Совсем хорошо, еще лучше. Сам знаешь. А, да. Что да? Знаю. Издеваешься. Я же для тебя дурака стараюсь, а ты связался, ты не знаешь, с кем ты связался. Поехали. Поехали. Где? Иди за мной. А ты? Не могу.
Я тебя навел. Понятно. Жди. Иди, иди, не ошибешься. Таких больше на свете. Конек. Стихи пишет. Да. Какие там стихи? Стихи. Я запутался. Не знаю, что делал. Конек, вставай. Вставай. А? А, спи. Со мной тоже раньше бывало. Друг. Друг, слышишь, не налью я, не проси. Да мне не выпить, мне поговорить надо. Ты чё? Я в Краснодаре срок отбывал. Ни за что. За драку уголовку пришили. А на самом деле за длинный язык. Острил много. Слышь, ты это, ложись. Это, спи спокойно. Ну чего ты? Каждый второй он через зону прошел. Я вот тоже на нарах чуть не побывал. Знаешь, меня один добрый человек снял. Хромой, что ли? Не вместо отца. Все, спи. Валерка там был. Политический. Бокс от него. Да все, все от него. Глаза открылись. Мы с ним бежать решили вместе. Ну, потому что ему срок новый дадут, умирать так с музыкой. Ну и... А что дальше? Все. Нет, не все. Говори. Да все, все. Ну, пожалел он меня. Бежал один. Не разбудил. Ну и поймали его под конвой. Под пулю. Стоял он давно. Я делал вид, что сплю. А он понимал, что я вид
оставляйся. Римка, не дури. Что там не сидишь, а? Валер, тащи. Подойди к нам. Иди, иди, Вагон. А он? Иди, Вагон. А он? Ой, Римка, пирожки, пирожки. Иди, Сеша, все. Ну все. Тронулся. Виктор, тронулся. А, все, Вагон. Ну иди. Ты иди. Баскет, привет. Давай. Напиши мне. А? Напиши, как устроитесь. Конек. Ну ладно. Отойдите от двери. Да иду, иду. Вы что, с ума сошли? А я не в Москву. Да. Вот кто тебе сказал, что я в Москву? Конек. Чего? Тебе не что? Нет. Знаешь, куда я? Я в Куштанай. Что с тобой? К звездам. Ладно, Ларка, в Москву, я в Москву. Я еще вернусь. Чего это? Не пьем. Если успела заметить. А мы выпьем по такому случаю. За тебя. Скорее бы в Москву. Учиться пойдешь на дипломата? Что-то новенькое. Это для тебя. Ты знаешь, кем будешь? Послом. Римка. А знаешь, где ты? Не знаешь. Ты в Бразилии будешь послом. Вот чем все кончится, Виктор. Что все? Котлеты твои. Непонятно. Помнишь, в лесу я тебе обещал сказать. Ты меня сам просил. Да, ну. Твой час, Виктор. Римка. Ты. Ты прости меня. Принято. Разрешите? А, заходи. Летчик? А только начинаю. А, так все впереди. А как же? Ну, не стой, либо туда, либо сюда. Сюда? Давай. О, бабушки, пирожки, яблочки. Рим, слетай. Я иду. Проходите. Ой, картошечки. Огурчиков не забудь. Ага. Кому белье? Мелочь готовьте, граждане. Ну чего? Когда полетим-то? Уже летаем. Туда. Когда в ракету и к звездам. А, прогноз Циолковского? Нет, Германа. Не знаю такого ученого. А он не ученый. Но уже полетел. Ну, а ты когда? Да что вы, даже в мечтах такого нет. Я еще на серьезных самолетах не летал. Так, в Буранск еду. По назначению. Ночью пересадка.
корабль по Герману к звездам. Юрий? А? А вас как? Да неважно. Конек. Конек я. Ну давай. Счастливо. Счастливо. Юра, шнурок у тебя. А, шнурок. Он меня все время. Причем на правом ботинке. Спасибо. Товарищ первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, рад доложить вам, первый в мире космический полет совершен на советском космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. Все системы и оборудование корабля работали четко и безупречно. Самочувствие отличное. Готов выполнить любое новое задание нашей партии и правительства. Майор Гагарин.
утопные птицы, ушедшее лето и стар. Летят они в жаркие страны, а я не хочу летать, а я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна.